И снова всем привет, с вами Техномакс, это у нас Дред Темплар, а мы продолжаем. Какой уже там четвертый эпизод получается, да? То есть это пятый уровень, и эпизод должен уже, по идее, заканчиваться боссом. Вот собаки, а. Плюются еще. Уже по привычке это двустволкой воюю. Так, это мы сейчас открыли что-то. А, да, мы открыли, убрали барьер, открыли телепорт. Тогда нужно сохраниться. Где там наши пистолеты великие? О, уже вижу. Готов. Ох, блядь. На, бля. И вот так тебе сверху. Так, тут можно запрыгнуть, да? Да, хорошо. Ракетные боеприпасы, можно ракетницей популяться. Ну-ка. О! А тут узенькое пространство, да? Че, не повоевать, блин? Распуска. Гамадрилы. А, блин, в харю. И тебе тоже. Так, пора возвращаться. Во-первых, аптечка. Во-вторых, боеприпасы. Правда, здоровья маловато как-то. Ой, бля. Сука. Мясо, блин. Вот это он как-то немножко неожиданно вылез. Но мы сейчас находимся в той самой часовой башне, в которую приходили в прошлом уровне. А, то есть вообще ноль эмоций, да? А, кнопочкой действия. Ох, ё. Ой, ё. А там руки чьи-то, кстати. Вон они. То есть, там платформа битвы с боссом, как я понимаю. Есть супероружие. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. В таком случае супероружие можно будет использовать. Хотя бы один заряд. На. Но... Блин, все равно как-то это. Площадь поражения как-то все равно низковато по сравнению с той же БЛГ думовской. Так, револьверные боеприпасы, которые можно потратить. И ракетница. Ну, револьвер так револьвер. И, кстати, можно замедло тоже потратить. Отвалить от меня, чертя. Да, я косой пипец. Успокойтесь вы, блин.
Так, патроны кончились. О, кстати, ракетница еще есть. Бах, точное попадание. Да нихера ты что-то стрейфишься, короче, как проигрок, прям смотрю. Есть, с этими разобрались. Блин, здоровье я потерял, пока выеживался вот с ними. Но эта штука нам не нужна по улучшению, в принципе. А, ну там просто нигде, ничего. Опять трое песочных часов, это значит, что у нас будет три локации, чтобы их зачистить. И вон там еще трое. Что, шесть локаций, что ли? И вон там еще что-то есть. Ну, припасов тут прям смотрю щедро, прям не жалеют. Хрена-то, уроды. Готов. И тебя тоже. Лови, блин. Ух, 5 хп. Я даже не обратил внимания. Вот это я лох. ХП не осталось ни черта. Кстати, а я же могу вернуться отсюда назад. А там были аптечки. Вот это хорошо. И боеприпасики заодно. А, или аптечек тут уже не было. Упс. Это прямо упс. Вон те часы нужно разрушить, да? Нет, это что-то другое. Так, ну следующий портал. А, хорошо. Отлично. Здесь еще супер оружие, которое можно было тратить. Мы сейчас портанемся вот сюда, получается. И можно будет... Или нельзя спуститься. Вот это вот синее похоже на барьер. Ладно, сохранимся пока сразу. Да. К боссу. Это что за фараон такой? Я понял. Почти. Это, блядь, пиздец какой-то. Интересно, этих уродов можно убить? Черт, ловушка, сука. Вот это капец, они злые. Боссы эти. Но тут хотя бы есть место, куда можно сваливать. А черт. Ну, хпшки у него нормально слетают, но у меня тоже.
Нормально, с первого раза. Легкий босс в целом. Буль. А, все, застыл. Лошара, блин. Да, здесь барьер, к сожалению, вернуться обратно не получится за припасами. Я так понял, кстати, может быть здесь несколько боссов сразу? Ё-моё, ну... У меня осталось хп ни о чем. И пройти здесь нельзя. Ладно, на вторую сейфку сейчас запишусь. Вот револьвер прям выручил. И ракетница. А, все? А, секретов 0 из 3. 44 убитых. Какой-то уровень прям короткий. Так, вы подошли к концу билда. Давайте возьмем перерыв. Вас ждет очень долгая дорога. На полном релизе вы продолжите спускаться в недра темных реальностей, чтобы стать страшнейшим кошмаром демонов. Ну, типа, спасибо за поддержку Dread Templar, Yastage. Тра-ля-тра-ля. Main меню. А если... Получается, подождите, глава вторая... Четвертая. Вы не открыли, значит, ни одного уровня на этой сложности. Но получается, пока что все, потому что мы прошли эпизод третий. Это не четвертый, а третий эпизод был. Манипулятор. Блин, ну... Я думал, тут еще будет. А тут только один эпизод, третий только. Ну, значит, четвертую и пятую главу нужно ждать, когда она выйдет. Полный релиз, я уж надеюсь. Ну, в таком случае, опять же, временно мы попрощаемся с этой игрой, пока не выйдут новые эпизоды. Это был Dread Templar, с вами был Техномакс, всем до новых встреч, всем спасибо за внимание, всем пока.